5 февраля на стадионе технических видов спорта прошли соревнования по автокроссу на кубок Крамер Мотоспорт. В них приняли участие спортсмены из Москвы, Тверской, Ленинградской и Московской областей. Проходит кубок Крамер Моторспорт по автокроссу. Что это? Это и для взрослых чемпионат Московской области по автокроссу, а для детей первенство Московской области по автокроссу. И первенство у нас здесь третий этап, чемпионат второе. Так что, в общем, Дмитров встречает наших спортсменов, уже продолжающих свою зимнюю карьеру в этом году. Собралось почти 40 спортсменов из более чем 15 городов. То есть, ну, это, в принципе, неплохой результат. В рамках соревнований состоялись детские и взрослые заезды в классах D3 мини, D3 юниор, D2 юниор, D3 250, баги 600, супер 1600, D2N, D2 классика, D3 спринт и супер баги. Очень много детей, собственно, ради которых мы все это и делаем. Дети у нас катаются от 7 лет и до 70, то есть по-другому этих всех людей назвать нельзя, кроме как дети, только подрощенные. В 8 кроссовых классах у нас происходят соревнования, это и мини-баги, и детки постарше ездят уже на баги D3 250 с более мощным мотором, дети еще старше пересаживаются на баги 600, другие дети у нас ездят на окушках и на калинах, и дальше у нас сегодня очень хорошо представлены кроссовые классы, кузовные, передний привод и задний привод. В заднем приводе у нас очень хорошо выступает ваш родной город Дмитров. У нас мощный десант из Дмитрова, экипажи команды «Мы из прошлого». Павел Клементьев, Сергей Голубев, Михаил Петров. Уже не первый год экипажи команды «Мы из прошлого» показывают хорошие результаты в аналогичных соревнованиях. Выступаем вот в D2 классика на заднеприводных автомобилях. Ну, естественно, подготовленных по техническим требованиям. Мероприятие изумительно, организаторы, как всегда, на высоте. Вот. Особенно Николаев Екатерина с купцом Константином. Это просто мастера своего дела. Вот. И люди, которые знают толк в этом, скажем так. Вот. По трассе трассу подготовили достаточно хорошо. Все почищено. То есть безопасность на уровне, то есть как положено. По итогам всех заездов наши дмитровские спортсмены выступили следующим образом. Михаил Петров стал победителем в классе D2. Бронзу завоевал Павел Клементьев. В классе D2 юниор серебро за молодым дмитровским автогонщиком Арсением Петровым.